В данном видеоролике вы будете наблюдать челлендж с пулеметом. С пулеметом М249. Да, это так просто вот к слову. Данный челлендж предложил, собственно, подписчик на стриме, и я согласился. И как вы уже поняли, мы его выполнили. Всем приятного просмотра. А, стой, это же вообще не то, что нужно. Так, ну я пока, подождите, а пока я пулемет не нашел, я могу со всем оружием играть? Надеюсь, да. Но если прям безысходность, придется фигачить. Как будто пахнет безысходность, а нет. Давай, говножуй. Подеремся булыгами, давай! А спонсором этого видео является букмекерская компания под названием 1xbet. 1xbet это самый надежный и проверенный букмекер. Там всегда самые большие коэффициенты и самые быстрые выплаты. Ну и супер новости насчет моего промокода. Теперь мой промокод от 1x дает вам бонус до целых 32 500 рублей на первый депозит для новых пользователей. Так что не упускайте свой шанс и присоединяйтесь. Все ссылочки вы найдете в закрепленном комментарии под этим видео. Так, слушайте, пока что мы челлендж не нарушили. Я убил кулаками. Вон, пока что мы, так сказать, другого оружия не убивали. Спасибо за донейшн. Так, мужик, беги, куда бежал. Че, ну в среднем Дима, вот. Он хочет меня убить, смотри, в этом доме тоже чел. Ну нет пулемета. Да, это грустно. Подожди, ну я пока не буду пытаться. Ой, ракетница. Три чела вокруг дома, серьезно? Вы прям так хотите со мной файт? А, подожди, а чел в соседнем, кстати, не в этом. Так, медкомплект, М-ка. Ну я не удивлен, Окей, пока что мы без пулемета. Но я пока что пытаюсь избегать файтов тоже, как бы. Ну, я не могу его не убить, ребят, но это же... Хорошо, без оружия, пока убиваем без оружия. Вот сейчас это сладенько его пахну. Да! Там еще один чел, и этот чел. Ребят, я сейчас, подожди, зачем мне оружие? Сейчас буду их расхерачивать раскидами. Ну, а что нет, слушайте. Ну, их мы уже убили без оружия. Бух. Я сказал бублик, и меня почти убили. Подожди, что? Сматываемся, пусть воюют. Воюйте, парни. Я бы с радостью, на самом деле, их расхерачил. Но у меня нет оружия нужного. О, челик. Зачем нам оружие, когда у нас его нет? Я что-то не понимаю. Мы духом сильные. И всех нет пулемета. Хорошо, я лутаю грены до талого, мужики. Ну давайте. Где в этой игре найти пулемет? Ребят, есть нычки? Нычки с пуликами. Кто-то оставлял где-то? Зато это уже третья ВСС, прикиньте. ВСС на самом деле мега редкое оружие. Ну вообще, в реалиях PUBG почему-то редкая. Я хз. Так, челик на горе, ребят. Окей, нам нужен пулик. Я нашел пулик, спасибо. Я в шоке. Так, прицел, во-первых, прицел наводчика. У меня вопрос к прицелу наводчика. И как после таких донов на самом деле играть? То есть вот прям, ну... Чел, я его вижу, смотри. А я ж так не убью. Деп. Ребята, что это такое? Почему он сдался? Предатор Виталь. Будем, можно просто карту открыть. Там маленький белый квадрат, это 100 метров, поэтому бинокль хрень. Да не, мужик, это пока посчитаешь, можно реально с ума сойти. То есть объективно, это мега долго. То есть в этот момент тебя могут легко завалить просто вообще любой чел. Как же херово блутан. Парни, давайте дадим Диме випку, випку, боже мой, модруку хотя бы на один стрим, мужики. Ну без прикола, то есть на стрим же можно. Это ж не считается, что я продал жопу за бабки, мужики, правильно? То есть на один стрим можно, но это было бы справедливо. Третье, а что мы так дамажимся вообще? Что?
Ребят, нырнули, покупались. В среднем отдых в России 20-22, смотри. Короче, смотрите, я вообще облутанный по жести. Здесь бинтов, конечно, да, это проблема, но вообще в среднем, смотрите. Прицел наводчика и пулемет, и БРДМ. То есть как-то выглядит, значит, громоздко, серьезно и так далее. Зачем нужен этот бинокль? Я не знаю. Ну, то есть... Да ладно, знаю на самом деле. Мужик, это имба. Парни, я сейчас его реализую. Я его съем, я его сожру. Смотрите, показываю, значит, один раз. Тактика, честно. Ну, не прям мужская, да? Но. Да не, она не мужская, она мужицкая, парни, поехали. Бам, с Новым годом. Давай, слышь, выходи, давай, братик. Выходим. Он думает, что на третьем этаже засейвится? Серьезно? Он уже труп. Не понял. Пофиксили взрывчатку? Невозможно. Подожди, это невозможно. Это невозможно. Бежал в дом, мне что-то надо было. Канистра мне нужна была. Да, я думал, я ее тут найду. Найс, хае, чмо. Читер, я не верю, что там можно выжить. Ладно, я знаю, что нет такого чита, но мне похрен. Чат, возможно выжить вот так от С4? Скажите, вы когда-нибудь так бы выжили? Поешь жопу. Подожди, это что? Это бог? Кто это? Кто это? Почему? Я победил. Ребят, я не знаю. Ой, все. Нет, да? Да? Да, нет, нормально. Ребят, я не знаю, что это было, но это было вообще коллапс. Невозможно. Значит, у меня есть 59 секунд, чтобы его облутать. Ой, я сейчас это забираю, ребят. Подожди, это что, стейк? Medium well. Тут что-то... Надо в дом. Очень быстро. Швидко. Бегом. Дима, ядрить, а что такое вообще? Как это происходит вообще? Подрывай, дебилоид, у меня тут ничего. Да он все, он в говне, куда ты сам? Давай, подрывай. Ребята, это, кстати, это информирую. Мы в этой катке еще и делаем челлендж Димы. Мужики, надо фигачить. Сколько? Две аптеки? Ну, кстати... Халява, херачим. Вроде я добегаю. Ну, у меня опять проблемы с хилами, конечно, будут, но это пофиг. Главное, что мы сейчас добежим. Или не добежим, я хер знает, мы вообще добежим. Аптеку давайте на всякий случай сейчас. Надо прям с уверенностью попробовать как добежать. И нужно код забрать спину, забрать у него все хилы и все ресурсы. Семь бинтов. Ладно, благо я в зоне. Я реально мог не добежать в теории. То есть это могло произойти. Парни, осталось самое образное. Победить в этой игре. Он что, спалил меня? Я не верю. Понятно. Видели, специально мышкой дергал? Чтобы какая-нибудь шара залетела, но она что-то не хочет. Хилы, подъехали. Так, надеюсь, он будет просто по кругу бежать. Мне очень нужны хилы, иначе я проиграю. Жирно. Говно. Вот так. Топ-8. Так, чел с горы убил. Окей, он сейчас, наверное, уже на меня переключится. Он там с той стороны убил и знает, что я тут с этой стороны. Поэтому, по идее, на меня переключится. Так, ну что? Короче, сейчас главное занять камень первым. Вижу, так мне кажется, стратегически важный объект в этой катке. Есть такое ощущение.
Его там кто-то убил. Окей, надо вниз уже бежать. Все, камень стратегически важный объект был. Теперь у нас новый стратегически важный объект. Ноль хаек, кстати. Ребят, трындец, будет правда сложно выбраться. То есть прям по ресам отбой херово. Бомжуем. Ах ты какашечка. Живем. Да, ну он просто чекает, парни, это мета смерти. Иди нахрен. Да мне есть маки, я что, думаешь, не перебегу по-твоему? Блин, а может я реально не перебегу? Но если я кину смоги, меня просто вся карта спалит вообще. Конечно, есть. Ого! Да ты. Ладно, все, понял. Окей. Парни, он не подал, он дал на один стрим. Люблю вас. Все рувяс. Как самый лучший стример на земле. Я не знаю, что сказать, парни, трындец! Ладно, это. Я не знаю. Нет, это уже точно я не знаю, что сказать. Мужик, я хочу это выиграть. Рецепт. Один на один. Это говнище в зоне. Фу. Мужики, я все придумал, я его выиграл. Забейте, парни. Это тактика, самая лучшая тактика в мире, значит, называется трындец. Парни, я шлем забыл, да, я понял, понял. Бывает. Показываю, значит, один чертов раз. Мы подбегаем. Кидаем C4. Ловим флешку глазами. Прячемся в смоке. Отбегаем. Шестерка. Что, еще один есть? Я думал, он последний. Парни, кто еще? Прикиньте, я думал, я его убиваю, и все, я выиграл игру. Кто еще?